Искандер Юсупович, добрый день. Добрый. Сегодня я хотел бы вам задать пару вопросов. Конкретно, почему вы выбрали наш сервис Piccolo для обработки семян сои? И вообще, какую проблематику вы видите у себя в поле? Ну, значит, на самом деле здесь, конечно, в первую очередь работа представителей Сингента именно в Саратовской области, потому что неоднократно во время объездов полей ставил такую проблему, что у нас происходит кол семян, что у нас происходит, в общем, не можем качественно обработать. И вот осенью представители саратовские Сингента вышли с предложением попробовать машину Piccolo, рассказали про ее преимущества, нам это все дело понравилось, мы изучили суть вопроса, и вот, собственно, она здесь у нас работает в этом году, довольно, рада. В отношении продуктов, вы в этом году применяете Cruiser Max технологию. Да. Какая проблематика в поле есть? В поле у нас проблематика есть, это проволочник, вот, поэтому был выбран этот препарат. Ну и также мы еще оттуда работаем, вот, потому что, в общем-то, прочитав много про этот препарат, пришел к выводу, что эффективность очень высокая. Клубеньковые бактерии практически на 100% растений находятся, поэтому, в общем-то, не заставил себя эта схема долго ждать. Предложили, согласились. Используем. Спасибо за комментарии. Спасибо вам, Сергей. Большое спасибо вам. Спасибо Сингенте за качественную работу и хорошие очень средства защиты растений.